9-летнего ребенка нашли мертвым в автомобиле во дворе соседей и обнаружили его в селе Бык, муниципе Кишинев. В полицию об исчезновении мальчика сообщили 14 июля. По предварительной информации, он задохнулся, поскольку на теле следов насильственной смерти не обнаружили. В полиции предполагают, что ребенок забрался в машину, а выйти не смог. Во время осмотра места происшествия было установлено, что из-за поврежденного замка автомобиль можно было открыть снаружи, а изнутри нет. Уточняется, что владельцы машины находятся за границей. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Открыто уголовное дело. Ведется следствие.